Главный растаман страны. Мы ответим на вопрос, кто главный растаман страны. Кто главный растаман страны? Кому женщины и деньги не нужны? Кто волосы совсем не стрижет? И Вавилон жжет, Вавилон жжет, Вавилон. Он черпает знания из книг. Он мудрости надежный проводник. Он аскет и дух его силен. Уж кто-кто, а он жарит Вавилон. Итак, главный растаман — это Вассерман. Что хранит его потайной карман? Мистер Вассерман, у тебя всегда есть план. My number one, my number one. Ты что, главный растаман — это Вассерман? Что хранит его потайной карман? Мистер Вассерман, всегда испан. Мистер Вассерман, you're my number one. Вы скажете, вот это поворот, как вообще такое в голову идет? Ну, факты за себя говорят. Он за легалайз, он давно за легалайз, брат. Ты попробуй Вассермана обыщи. У него всегда припрятан добрый щит. Я секрет раскрою, Джами не простит. Он в собственных карманах и растит. Главный растаман — это Вассерман. Что хранит его потайной карман? У него есть план, у него всегда есть план. Мистер Вассерман, you my man. Давайте вместе! Главный растаман — что? Что хранит его потайной карман? Мистер Вассерман, you my number one. You my number one, number one, number one. Вроде рабы не изавры.